Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. Сегодня будет довольно-таки интересный ролик. Проверка рулетки на 10 тысяч рублей. Сегодня мы сравним, какая лучше, золотая или бриллиантовая. Поэтому видосик обещает быть интересным. От вас хочу видеть максимальную активность. Давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Но если ты не в курсе, я играю на проекте Amazing RP на втором сервачке. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходи, смотри и начинай играть вместе со мной. Но при старте игры тебе, конечно же, поможет мой промокод Полканов. Вводить его можно на любом серваке до 5 уровня. За него получишь 300 тысяч рублей. Но я, в свою очередь, могу вам пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, как вы поняли, сегодня у нас будет проверка рулетки. Будем проверять, какая рулетка лучше, золотая или бриллиантовая. Мы будем крутить одну рулетку на 5000 рублей и вторую рулетку также сама на 5000 рублей. То есть в целом, я думаю, будет интересно. Посмотрим, откуда дроп будет лучше, золотой либо с бриллиантовой. Я думаю, то, что вам такой ролик должен понравиться 100%, потому что, ну, такого давно не было. То есть вы любите видосики про рулеточку, они собирают много лайков, много просмотров. Я надеюсь, то, что этот ролик будет также не исключение. Давайте на этом ролике постараемся набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. На балансе у меня получается 10 тысяч рублей, 10 тысяч амазингов. Все, начинаем крутить рулетку. Давно я этого не делал, то есть, блять, ну давненько реально. Очень давненько я этого не делал, и мне это прям нравится. Возможно, сегодня нам аудиосистема выпадет, либо стробоскоп, либо какой-то неончик интересный. Следующая прокруточка, пацаны. Я не знаю, может все-таки лучше быстрее крутить, либо медленнее. Но пока что, кроме аксессуаров, нам ничего не выпадает. То есть, ничего вообще интересного не вижу я. Ну, денежки, да, такое себе, конечно, неинтересно. Давайте, я думаю, пора скрутить на нем быстро именно. Ну, должна хотя бы сегодня аудиосистема выпасть, я не знаю. Но все-таки 10 тысяч, как бы, бриллиантовая золотая рулетка. Хотя бы с какой-то рулетки должен упасть хороший дроп. Крутим дальше рулеточку. Ничего пока что интересного не было. Деньги, аксессуары всякие. Ничего, ни автомобиля, ничего такого нету. То есть 1000 рублей мы уже потратили. Ну, хотя бы приора выпало, это там 160 тысяч, по-моему, что-то типа того. Как бы просто крутить одну рулетку было бы интересно, так в этом ролике мы их сравним. О, вот это уже интересно. Вот это уже интересно, пацаны. Первый раз в жизни просто. Ну, видите, я как бы кручу ночью, и кроме меня никто сейчас ее не крутит. Видите, если по шкале смотреть сверху, то есть никто в данный момент ее не крутит, кроме меня. На самом деле больно, смотри, как она крутится. Начинает голова крутиться. То есть, когда быстро нажимаешь, оно щелкнуло и все. А здесь оно крутится просто в глазах у тебя, блядь. Начинает просто крутиться, вертеться, и оно немножко раздражает. Бля, она меня просто батит, понимаете? Уже в третий раз она возле вот этой М3. Ну хотя бы гольф-кар бы выпал, либо фура вот это, понимаете? Нет. Оно мне дает полную шляпу, в прямом смысле. В четвертый раз просто батит. В четвертый раз, сука. Ну выпади ты хотя бы М3. Зачем ты меня батишь, скотина? О, та ты шо просто. Не, вот это ладно, спасибо, спасибо. Вот это мне прям очень нравится. Идем дальше, как бы. Мне уже две фуры выпало, пацаны. Две фуры, понимаете? То есть это уже нормально. Ну а так больше ничего, в принципе, не выпало такого интересного. Две фуры, золотой чисто мы вытянули. Теперь
теперь мы переходим на бриллиантовую рулетку и посмотрим, что она нам здесь расскажет, что она тут покажет. Здесь как бы лут может быть поинтереснее выпасть. Здесь машины там по 20 миллионов. Блять, обратно забатило просто. Смотрите, стробоскопы, третий чип, X7 просто. Ладно, пока что будем крутить медленно, потом уже попкрутим быстро. Ну да, комплект гангстера, почему бы и нет? Зачем мне S-класс, зачем мне Mercedes GTR? Зачем? Бля, обратно забатило, сука, на аудиосистему. Реально, мне хотя бы X7 бы выпал, я вообще был бы счастлив тоже. Просто на страбы надеяться, мне кажется, глупо, потому что, ну, их реально очень сложно выбить. Я уже несколько раз пытался. Блять, ебать, и забатило меня. Смотрите просто. Два Мерседеса пиздатых. Оно мне кепочку дает. Ладно, идем дальше. Первый чип выпадает. Ну, в принципе, нужная вещь, но как бы недорогая. Ай, такое, конечно, пацаны. Я ожидал лучшего. То есть, пока что... Вроде бы по луту золотая рулетка выигрывает. Бля, стробоскоп. Ой-ой-ой-ой-ой. Сука, ебать ты пидораска. Вы видели просто? Я думал, сейчас страбы выпадут, либо третий чип. Она так останавливаться начала. Это вообще пизда. Бля, ты чё так батишь, сука? Она обратно медленно. И тут обратно страбы и третий чип. Ну ты скотина просто. Просто кобыла дырявая. Ну магнума-то можно хотя бы магнума, блин. Можно мне магнума хотя бы выбить того. Того магнума дальнобойщику дайте, ёб твою дивизию. Хай тот магнум у меня будет, блин. Можно мне стробоскопы, пожалуйста, либо магнум, реально. Магнум тоже был бы хороший вариант. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это уже интересно, вот это уже классно, пацаны. Вот это да. Вот это спасибо, спасибо. Но он стоит где-то 10 миллионов, наверное. Или 20 миллионов. Я не знаю, короче, сколько он стоит. Но это уже интересный автомобиль, ребята. Опа, еще одна машинка. Бодро, бодро, нормально. Идем дальше. Ну что, я предлагаю, наверное, быстренько покрутить 10 раз. Ой, сучка, батит, сука. Стробоскопы, блядь, там были. Ты, сука, не могла перелистнуть чуть-чуть, блядь. Чуть-чуть, сука, блядь. Стробоскопы, блядь, ты понимаешь, сука. Какие лицензии там стробоскопы были, блядь. Ну что ж, дамы и господа, давайте теперь посчитаем, какая рулетка нам принесла больше денег. Ну так, чисто образно посчитаю. Плюс-минус. Сейчас возьму автомобили. И за счет автомобилей, я думаю, будем считать. Потому что, ну, автомобиль это самое дорогое, что мне, в принципе, выпало из рулетки. Поэтому сейчас сначала берем дроп золотой рулетки. Смотрим, сколько это стоит, какая госцена там и так далее. И от этого уже будем отталкиваться. Пишем команду slash price, транспорт. И здесь у нас получается Ивека РНТ, который я забрал именно за золотой рулетки, а все остальное, я так понимаю, я забрал именно с бриллиантовой рулетки. Давайте забираем РНТ. У РНТ госка маленькая, но зато если его затюнить, там тюнинг стоит недорого, потому что госка маленькая, то его можно продать около 6 миллионов. А если, допустим, у нас Ивека, у Ивека, я не знаю, какая госка, сейчас мы тоже посмотрим. Если сливать, то 8 миллионов, но давайте лучше заберем и посмотрим уже сами госцену данных автомобилей. Вот у нас РНТ получается. Самое интересное, это Ивека. Какая здесь госцена? Если 20 миллионов, то это очень хорошо будет. Так, госцена у него 10 миллионов рублей. Ну, наверное, с рулетки, потому что она порезанная. Было бы 20 миллионов, было бы, конечно, интереснее. Итого, суммарно, около 15 миллионов мы забрали золотой рулетки. Теперь переходим к бриллиантовой рулетке. Здесь у нас уже побольше автомобилей. Но самое, как бы, печальное, то, что я не знаю, сколько стоит вот этот Lexus. То есть, я не знаю, какая ему цена. То есть, слить его 6 миллионов, но я его лучше, наверное, заберу. Возможно, продать его будет дороже, чем слить, как бы. Хочется даже на него посмотреть, на нем проехаться. Красивый Lexus просто. Сексуальный, да? Давайте пробуем на нем выехать даже. Посмотреть, что он как себя представляет. Я не знаю, сколько он стоит, честно. Вообще, без понятия. То есть, давайте тоже у ПТС посмотрим. Госцена у него 7 миллионов 500 тысяч рублей. Ну, давайте оценим его, я не знаю, там, в 10 миллионов, может быть. Я не знаю просто, сколько он стоит. Если что, можете написать в комментариях. То есть, если все это остальное продать, ну, выйдет где-то около 1, может быть, 2 миллионов. Ну, получается, что золотой рулетки мы забрали где-то 16 миллионов, а с этой рулетки мы забрали около там 12 миллионов, я не знаю. Допустим, золотой РНТ выпало, на ней можно поработать. Ну, если у вас, допустим, нету фуры. Также выпало Ивека. У Ивека госка 10 миллионов. Ну, как бы ее лучше в пор слить, потому что никто ее покупать у вас не будет.
То есть, в принципе, вроде бы как в золотой рулетке дроп лучше. Я так думаю, именно по сумме выходит вроде бы как интереснее. Просто я не знаю, сколько этот Lexus стоит. Я его лично оценю в 10 миллионов. В целом, если посчитать, это получилось там около... Ну, давайте округлим, около 30 миллионов, да? Около 30 миллионов я получил с рулетки. То есть 10 тысяч рублей, 30 миллионов получилось. Вроде бы как неплохо. Не знаю, можно было, конечно, лучше. Я надеялся там на аудиосистему, на стробоскопы. Но в какой раз я понимаю то, что стробоскопы мне, видимо, никогда не выпадут. И мне они даже не светят. Аудиосистема так же сама. Даже тот же самый неон не выпал. Ну что ж, на этом моменте, ребятки, я думаю, можно заканчивать. Как бы покрутили рулеточку на 10 тысяч рублей, сравнили, какая лучше, какая хуже. Ну, плюс-минус, на самом деле, одинаково. То есть разница там в 3 миллиона, в 3-4 миллиона разница. Я думаю, это не такая уж и большая разница. Все, конечно, зависит еще от удачи, как бы это рандом. Мне могло что-то выпасть нормальное, могло что-то выпасть плохое. Но, как ни крути, мы сегодня сравнили рулетку, то есть выяснили, как бы хотя бы немножко, какая лучше, какая хуже. Но мне больше понравилась золотая, потому что там выпало две фуры, которые мы можем продать, либо мы можем на них поработать. То есть это намного интереснее, чем тот же самый Lexus. Lexus, конечно же, прикольный, но какая его цена, непонятно. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.